Самый простой рецепт тонких блинчиков. Сейчас покажу. Берем 3 яйца, пол чайной ложки соли и 1,5 столовые ложки сахара. Еще понадобится пол-литра молока. Лучше брать пожирнее. И пока добавляем только 1 стакан. Теперь все это хорошенько пару минут перемешиваем венчиком до образования небольшой пенки. Затем берем обычную муку. Кстати, вот так ее можно очень легко просеять. Берите на заметку. Муки нужно 1,5 стакана. Один мы добавили, и вот еще половинка. Опять все это перемешиваем до однородной массы и добавляем 2 стакан молока. Но я вместо него добавил айран. Туда же отправляем подсолнечное масло, 3 столовые ложки. И снова все хорошо перемешиваем пару минут. Теперь самое важное. Нужно заварить тесто крутым кипятком. Но только сразу все лить нельзя. Отливаем в бутылку 1 стакан и, помешивая венчиком, уже аккуратно вливаем кипяток. Все. На разогретую сковородку немножко масла. А если нет кисточки, чтобы его размазать, берем вилку, ватный диск и делаем ее сами. Кстати, такая кисточка получается даже намного удобнее, чем силиконовая. Выливаем половником тесто, распределяем, края подрумянились, переворачиваем. А если не знаете, куда деть лопатку во время жарки, просто поставьте ее вот так. Все. Вот такие симпатичные блинчики получаются. Не забудьте смазать их маслом после того, как сняли со сковородки. Блины получаются не сладкие и сочетаются с любой начинкой. Главное, кушать их пока горячие.